Молодые крымчане – будущее региональной власти. Именно им предстоит работать над повышением уровня жизни, уверен глава республики Сергей Аксенов. Но для работы в правительстве и парламенте нужно пройти серьезную школу и набраться опыта. Чтобы найти молодую кровь, готовую к работе, власти провели конкурс. Победителям могут достаться рабочие места в парламенте. Но для начала нужно как следует подготовиться. Надо адаптировать в нашу политическую жизнь, посмотреть, у нас в данном случае это городские советы, райгосадминистрации, то есть тех районах, регионах, где ребята проживают, то есть в том числе и город Симферополь. Раз есть желание, давайте будем на этом на старте ребят поддерживать. В общей сложности в деловой игре приняли участие 60 студентов, но до финала добралась лишь дюжина. По итогу только четверо смогут побороться из-за пост в эшелонах власти. Но остальные не проиграли. Они прошли важную школу жизни, и многие из них нашли свой путь, любимое дело и единомышленников, которые всегда помогут. Я благодаря этому проекту обрела единомышленников и теперь точно поняла, в каком направлении я хочу двигаться, и осознала свои слабые, сильные стороны и, конечно же, получила такой значительный толчок, опыт. Спасибо вам еще раз огромное. Кроме планов и грез на будущее, студенты приобрели и важнейшие навыки. Теперь они умеют работать с аудиторией, развивать свое дело и распространять идеи в социальных сетях, а также взаимодействовать со СМИ. Без этого в современном мире не справиться. Никита Егоров, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.